Друзья, всем привет, рад приветствовать вас сегодня на своем лайв-канале. И сегодня мы подведем итоги конкурса вот из этого выпуска, где мы обозревали вот такой классный бюджетный супер-пупер регистратор. И, собственно, призом он будет являться сам, вот, непосредственно. То есть, две камеры, комплект, скотчи, все-все-все, вот, что было в коробке, вот, все достанется кому-то одному из вас. По условиям конкурса нужно быть открытым подписчиком моего канала. Поставить лайк нужно было на это видео, поделиться этим видео со своими друзьями во всех соцсетях, которые у вас есть. Сразу скопируем это видео. И написать комментарий под этим видео. По комментариям мы будем проводить розыгрыш этого регистратора. Розыгрыш будет проходить, как обычно, в рандомайзере. Вставляем сюда видео, загружаем данные. То, если сомневается в моих там конкурсах и так далее, да, можете не участвовать, либо сами зайти вот в рандомайзер и загрузить ссылочку и провести собственный конкурс. Итак, мои комментарии не в счет. Погнали, кому же достанется. Юрий Таран. Смотрю с удовольствием, много чего полезного с канала узнаю для себя и беру на вооружение. Красавчик, Юрий. Так и надо. Каналы закрыты, тут не красавчик, Юрий. Могли бы выиграть, а каналы закрыты. Условия не выполнены, соответственно, что? Правильно, вы не выиграли. Едем дальше. Владимир Давыденко. Достойное приобретение, судя по увиденному, полезная вещица. Да, я ж как бы ерунду и не показываю. Итак, смотрим на Владимира. Точнее, на его канал. Каналы закрыты, Владимир. Могли бы выиграть. Следующий. Александр Воробьев. Классный регистратор, пригодится. Согласен, регистратор всегда пригодится. Каналы закрыты, Александр. Следующий. Леонид Пелевин. Здравствуйте, спасибо за информацию. Пожалуйста, Леонид. Каналы открыты у Леонида. Смотрим, повтори автохак, есть. Вот он. Ну, в принципе, все, да, вообще подписки. Все четко. Вот, как зовут? Леонид. Вот, Леонид, еще бы подписались бы на лайв-канал, вот вообще бы вам цены не было. Ну, этого не было в конкурсе в условиях, поэтому, окей. Да, выиграл. Выиграл Леонид Пелевин. Поздравляю вас, Леонид. Смотрите, теперь инструкция. Заходим на канал на мой. Заходим вот сюда. Это вкладка «О канале» называется. Находим вот здесь адрес электронной почты. И вот сюда, на этот адрес, вы присылаете мне скриншоты, где вы там делились в соцсетях. То есть, вот там ВКонтакте, что там еще, Одноклассники, Фейсбуки и так далее, и тому подобное. Оттуда все скриншоты. И скриншоты, соответственно, должны быть с датами. Какими? Правильно. Не сегодняшнее число. Сегодняшнее число уже все не прокатит. То есть 11 и так далее. Вплоть до 24 октября, когда вышел выпуск. То есть сегодняшним числом или будущим не катит. Типа, вот я выиграл и выполнил условия. Нет, условия нужно выполнять, когда проходит конкурс. Это раз. Это вот скриншоты. Потом заходим вот сюда, в творческую студию YouTube. То есть заходите в свой канал и оттуда делаете скриншот. Скриншот, чтобы я вот этот юзернейм увидел и убедился, что вы это вы. А не какие-то, как обычно мне пишут после каждого конкурса, сотни каких-то ботов и так далее, что я там такой-то, такой-то, я выиграл и так далее. Так что, чтобы я убедился, что вы это вы. Вот скриншот из творческой студии, скриншот, где вы делились в соцсетях. Соответственно, на этот адрес отправляете фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес полный, куда это все дело, куда приз отправлять. Друзья, на этом, пожалуй, все. Если кто не выиграл, напоминаю, сейчас за 45 тысяч мы разыгрываем бронефон. Бронефон, настоящий бронефон, можно его купать и так далее, ронять ему ни хрена не будет. Так что, кто не выиграл, пытайте удачу вот в этом выпуске. Пожалуй, на этом все. Все, всем пока, ребята.